Всем привет! Итак, сегодня решил, в общем, заморочиться. Утром встал и подумал, сколько можно скинуть килограммов за час. То есть пробежать, короче, 10 километров. Вот. Короче, решил я это сделать. Пробежать 10 километров. Взвешиваться до, после, соответственно. Ну и параллельно записать еще и видосик. В целях просто самоэксперимента над собой, никакого поучительного и так далее. Короче, я вообще не профессиональный бегун, блядь, может, даже это и неправильно, то, что я тут по асфальту бегаю. Ну, в общем, по городу мне бегать в прикол. Вот. Короче, ладно, хэрэ балаболить. Вы сейчас все сами увидите. Поехали. Я еще видеоблог снимаю. Что там? Ну сколько там? Прикинь, 88.00. А что, весы не на том месте стояли, что ли? А? Где 400 грамм мои? Ладно, 88 ровно. Пробегу, короче, сегодня десятку. Посмотрим, сколько покажет. Сегодня 10 километров. Два пробежал. Три километра. Где приходится бегать? Ух, блядь. О, километр. Аврора. 6 километров. Улица Новороссийская. 7 километров. Еще 3. 8. Еще 2. 9 километров. 10 километров, вторая десятка. А теперь рубрика «Как должен пахнуть настоящий мужчина». Что, пойдем взвешиваться? В общем так, чтобы убедиться в исправности весов, мы положим, поставим на нее вот эту гирю в 24 килограмма, советскую, тяжелую, за 7 рублей 60 копеек, и узнаем ее вес. Ее вес составляет 24 килограмма 200 грамм. Ну, 200 грамм для гири, я думаю, это не показатель, что разница. Так что весы исправны. Сейчас моя очередь встать и узнать, насколько я похудел, пробежав 10 км. Восемьдесят шесть с половиной. Был 88, итого 1,5 килограмма. Неплохо. Но не нужно радоваться, так как я сейчас напьюсь, наемся, и все это опять придет. Так что так. Ну вот, собственно, получилось такое короткое видео. Ничего лишнего. Просто пробежал, встал на весы, посмотрел. Вот бегайте, занимайтесь спортом. Если было интересно, подписывайтесь, пишите комментарии, почитаем. Ну и у меня просто в будущем еще есть одна задумка, пробежать полумарафон. Ну и также взвешиваться до и после и узнать вообще, сколько можно потерять вот за 20 километров весом. Всем добра! Пока.